быть, пытаюсь ту, кого люблю. В сердце въелся крепко образ, что мне мил. Ты, как в сказке, репка, вырвать нету сил. Плачет в небе тучка, эй, там в сказке слышка. Детка, бабка, внучка, жучка, кошка, мышка. Взялись друг за дружку и потянем дружно мне мою подружку. И сердце вырвать нужно. Так любовь нагрянет, хоть ее не ждешь, и на дно утянет, сгинешь и не за грош. Только видно поздно весла мне сушить. Жить с тобой непросто, без тебя не жить. Сердце, плачь, 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 душа. Ты мой палач, как хороша. Спасибо. Юрий Ванеев. Ну, этот сложный ассоциативный ряд говорит только об одном. Танечка проголодалась. Если у кого-то есть в зале ириска, занесите, пожалуйста, моей соведущей. А пока на этой сцене дарит свое творчество вам Татьяна Сас и Кирилл Модестов, Москва. Так. Кирилл Модестов не вышел, вышел все-таки, ура. А мы тоже подарим вам некоторый взгляд на близкие отношения. Вот у Юрия был такой драматический, по-моему, случай, а у нас скорее будет все-таки идиллический. Может, тоже перебор, хотя мне лично очень нравится это стихотворение Игоря Царева, музыку, которую написал Виктор Попов. В любом случае, я вам желаю хоть капельку этого же тепла для всех, у всех, в общем, нам всем. А вы скажите что-нибудь, Кирилл Ильич? А я скажу. Ага. Я сказал. Это чтобы звукооператор понял, что он тоже потом что-нибудь подпоет. Да? Итак, песня называется «Наша Вселенная». Которые очень любят говорить, не очень любят играть, забыли гитару. Есть? А Стрелочки, а она серебряна.
Скручивает круг движение рук твоих, рассеивает мглу сияние глаз зеленый и наш домашний круг, деленный на двоих, огромнее миров, никем не разделенный. Мир, где так дороги, добрые мелочи, кошка там лечная пьет из тарелочки, а она серебряна, в воздухе светится, ковшик созвездия малой медведицы. Ничего не обещаю, а если уж обещаю, то выполняю. Знаете, говорят, мужик сказал, мужик сделал. Помните, я вам обещал еще одну встречу кое с кем? Вот. Сейчас она состоится. Этот номер, который вы сейчас увидите, он родился прямо здесь, на Обнинской ноте, а исполнит его экспромт-оркестр, я бы так сказал. Обнинское созвучие, его участников я даже вам представлять не буду. Ребята, аплодисменты! Оркестр «Обнинское созвучие». Композиция называется «Солнечный день». Автор, руководитель оркестра и его создатель Дмитрий Григорьев.
исполнять обещанное. На сцену рвется Ульяна Григорьева. И опять Дмитрий Григорьев. Какой получше? Это песня удивительного автора из Москвы, Марии Смоловой. Она написала музыку к стихам Али Хайтлиной. Она называется «Колыбельная теплой зимы». Ветер гудит за окном, тополя сгибаются. От колыбельной ветра глаза слепаются. Брызгает сладким на каждого малыша. Спи, поезда приходят по расписанию. Наша душа подвержена расписанию, но не списанию, все еще не списанию. Ждали зимы, вязали цветные варежки. Вот они здесь, никто их не надевал еще. Звездный медведь с подзвездным своим товарищем. Ложками в этом году не стали мешать. Не было снега. Подснежники, разве это не счастье, моя душа? Разве это не счастье, моя душа? Эта весна пришла не по расписанию. Эта земля подвержена раскисанию. Ветер гудит, и поезд гудит в ответ ему. Нам говорили, будет темно и ветрено. Тополь по небу черными мажет ветками. Звезды и дождь вперемешку на них шуршат. Плакали, плакали, а до весны слез дошли. Спи у себя в кроватке, в уютном гнездышке. Сыплются звезды, в грязи расцветают звездышки. Разве это не счастье, моя душа? Моя душа, моя душа.
Спасибо.